Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю итальянский салат с макаронами и тунцом. Этот салат получается очень вкусный и сытный. Такой салат вполне заменит основное блюдо на обед или на ужин. Итак, в первую очередь отварить макароны в подсоленной воде, затем откинуть на дуршлаг и промыть под проточной водой. Оливки порезать кольцами. Болгарский перец кубиком. Огурец разрезать вдоль и удалить сердцевину. Затем нарезать кубиком. Добавить нарезанную петрушку и баночку тунца без сока. Ну и, конечно, основной ингредиент – подготовленные макароны. Приготовить заправку. Для этого понадобится 2 пачки сыпучей итальянской приправы для салата. Добавить 6 столовых ложек воды. Шесть столовых ложек подсолнечного масла. Примерно пол чайной ложки черного душистого перца. Перемешать, заправка готова. Заправить салат, хорошо перемешать и дать настояться примерно 15 минут. Помидоры разрезать пополам и добавить к салату перед подачей к столу. Если у вас крупные помидоры, просто порежьте кубиком. Ну вот, салат и готов. Приятного аппетита! Всем пока! До новых встреч!